кстати, пожалуйста, назовите команду. Меня зовут Сергей Жуган, я капитан команды «Ростест Москва». Как сегодня сыграли? Сегодня проиграли, но в упорной борьбе 2-1. Вы играли достаточно сильно с соперником, который идет на первом месте. Как вам удалось в начале игры занять лидирующую позицию в матче, а потом ее также опустить? Я думаю, эту что лидирующую позицию. Соперник немножко расслабился, думал, что будет легкая игра, а мы навязали свою игру. Но во втором сете они, конечно, показали свое мастерство и выиграли нас. Что ж, трудитесь еще сильнее, чтобы выигрывать таких соперников в следующих играх. Что ж, желаю вам удачи в последней решающей игре. Спасибо большое.